А девочка, вот я говорил про сообразительность молодого поколения. Вот смотрите, девочка, она и сообразительна, и с юмором одновременно. Даже не понимает, что в ней это заложено. Гуляла, разбежалась и на машину у дома. Всем телом хлобысь, машина. Выглядывает папа сверху. Она говорит, папа, можно я еще погуляю? Талантливая молодежь.